Я всех приветствую на канале Мечта Охотника. Снова на Дону, снова на рыбалке. Вода 6 градусов. Вода 6 градусов, 9 с лишним метров глубина, рыба есть. Короче, начинаем ловить на джиг. По оснастке. Спиннинг Zetrix Exelon 862 Test 830. Катушка Kaeda Allegra 4000. Плетенка 01. Резина Fishing Style. Катушка от Аллегровой. Катушка от Аллегровой. Погода сегодня прям ветерочек бодрящий в 0 градусов. Что-то мы плывем. Короче, история такая. Не успели закинуть, у нас куда-то делся якорь. Просто веревка и пусто. Вот, делаем новый якорь. Временный. У тебя же там карабин такой, куда он делся? Я не знаю, ну видать открылся, походу, так. Ага, может, походу что-то отщелкнулось это. Отщелкнулось. Ну да, временный якорь, пока на время рыбалки будем. Иди сюда, родной мой. Пацак. Сначала да. Да. Я традициям не изменяю. Ага. Нормально, да? Мы на донке так ловим. А что у нас якорь, видишь, нормальный теперь, плавучий. Его видно издалека. Плавучий якорь, видно издалека, все четко. Подсакрал. Та-та-та-та, я приехал на рыбалку, они... Они херней заниматься. Они дзюбит? Они дзюбит. Я приехал на рыбалку, они дзюбит здесь, понятно? Дзюбит. Нормальное выражение новое, дзюбит. И вроде не ругаешься, да? А все, кто в теме, все знают, что такое дзюбит.
стоять, рожок! Пирожок, стоять! Я тащу уже, дергает. Я не знаю, что там. Судак. Большой. Он сделал, видал? Ах ты собака! Он сначала у меня взял, а потом у тебя. Все-таки эту резину тоже я разловил. Ну вот, почему еще одна? Детский сад привезли. Ха, резину откусил, смотри. Да. Да, резину, короче, минус. Помельче резину поставил. Он маленький. Не, ничего ты это. Слишком. Якорь. Не, слишком это. Якорь соседней лодки. Слишком бултыхается что-то. Башку трясет, да не тряси ты. 5 килограмм. Ну хороший все-таки. Намерзлись мы нормально здесь, у меня дома там малиновая настойка есть, надо видеть. Я просто стоял, да? На падающую. Вот это вообще. Ты видел трэш, да, Серег? Ром, помоги, пожалуйста, под сачком. Ты видел трэш? На падающую, он, видать, догнал, что ли? Ну просто, вообще уже мне показывает, я там малин. Да, показываю рукой, а он, короче, вот. Слушай, не пойму. Где он? Ого-го! Хороший. А ты говоришь, для фото. Хороший. Поставил свою, короче, обратно оранжевую. Хороший. И началось. Вот это уже интересно. Да, вот приманка творит чудеса. Смотри, я ее поставил опять. Ту же, видишь? И началось. Покровка. Как так-то, а? Ух ты, ага. Хорошее сопротивление, слушай. Лёха чемпион, дай подставь. Всё, сам, Мне не нужны помощники. Ну, Алексей. Стой, стой. Клади. А понял, что у меня? У меня была до этого поклевка, и посмотри на нее. Уже у тебя. Он, короче, взял уже на обсусоленную поклевку. Короче, история такая.
Рома отобрал у меня спиннинг и выгнал меня со своего места, сказал: вали, сейчас раскроем секрет, почему ты ловишь, а я нет. Отдал мне свой спиннинг, хотя у него тоже нормальный спиннинг. И вот теперь он там ловит. Вот так вот Рома выгнал меня, спиннинг отобрал. И теперь он ловит. И теперь он ловит. И причем хорошего, да? Да. Слушай, не поднимается. Ты на двушке? О, хороший. Это красавчик. Причем, видишь, не оранжевая приманка, другая. Другая. Значит... Значит, что? 16 грамм джек-рик. Ну, приманка-то... Приманка... Очень хорошая палочка, понравилась мне. Приманка-то это? Мягенькая. Давай, подержу, ты вытащишь. Ух ты, хороший, кстати. Видишь, смотри, какой цвет? Цвет чуть другой. Красавчик. Я же сказал, я его вытащил. Нет, нет. Попер? А сделал без поводков, без ничего. Отводной? На 10 сантиметров выше поднял. Понял, что? Отводной. Плюс на сантиметров 7-8 даже не видно. Камера села, но Серега вытащил. Судачок маленький, сейчас будет отпущен. Сейчас отпустит. Потому что Серега сделал немного другую конструкцию и тоже начал ловить. Сейчас, если он рот не откроет, он меня отпустит. Дави. Все, goodbye, Америка. Ну вот такая рыбалка получилась. Я доволен, в принципе. Отлично половили. Несмотря на непогоду, как бы это, результат есть. Ветер, конечно, весь день нас мучил. Короче, мы заводим мотор на берег и домой. Как обычно, лайк, подписка, колокольчик. Всем пока!